понравилось. Чувствуем хорошо себя, радостно, бодро. Хотим еще. Ну, если честно, я всем рекомендую заниматься зарядкой с утра, потому что это очень взбодряет и помогает вашему физическому состоянию улучшиться. И настроение поднимается, как-то захочется с настроением идти на работу. Вот. Мне очень понравилось, спасибо. Сказали, учились, что будет зарядка в 6 часов. Решили, что ой, ну нужна, конечно, на даче. А что делать? Неподвижно совсем, а здесь не разминается. Сегодня у нас стартовали утренние оздоровительные зарядки, которые будут проходить ежедневно с 15 мая и по сентябрь включительно. Данные оздоровительные занятия проходят в городе.